Это убийство. Друг Андрея Панина озвучил свою версию смерти артиста. Версия с несчастным случаем совершенно не является убедительной для близкого друга Панина, поскольку он уверен, что смерть его друга была насильственной. Близкий друг кинозвезды Андрея Панина Геннадий Русин выдвинул свою версию его смерти. Русин убежден, что актера убили 6 марта 2013 года, несмотря на то, что официальной причиной кончины Панина признан несчастный случай. Тем не менее, такая версия совершенно не является убедительной для Русина, поскольку он уверен, что смерть его друга была насильственной, причем он лично был тому свидетелем. Своим мнением он поделился в эфире ток-шоу Андрея Малахова. По мнению Русина, Панина убили из-за 500 тысяч долларов. Как пояснил мужчина, Панин хотел уйти из кино, но с пассивным доходом. Для этого сошелся с предпринимателем из Одессы для возобновления нефтяного бизнеса. В результате бизнесмен якобы взял у актера в долг те 500 тысяч долларов. При этом по договору каждый месяц он должен был возвращать по 100 тысяч долларов, пишет Стархит. Однако, судя по всему, что-то пошло не так. В частности, Русин склоняется к версии драки, в ходе которой Панина просто забили до смерти, но попытались инсценировать несчастный случай в алкогольном опьянении. Рядом с его телом были обнаружены водка, хотя с крепким алкоголем он завязал довольно давно, а также были сбиты костяшки пальцев, а в коленях были найдены фрагменты стекла. «Я убежден, это убийство. Я это видел своими глазами», – заявил Русин.